Демек, достар, мұны біля жайып мультфильмні сереттік шымды есе біз девам етеміз. Яйнымызның башында біз спорт ярышвары ақында сізге тариф еттік қызға. Ама шымды тамам бұ мевзуны біз девам етеджекміз. Демек, урметлі дослар, асылында пек мирақлы спорт чешінің сірлевасыны сана енді тариф етті, яне панкратион ақындала ферстеджекміз. Демек, азыр олыңыз бұзың студиямызда, ма спорт чешті бойынша дүния купасының чемпионы Идманжы Энвер Аблякимов, ве оның янында спортшылар панкратион бойынша Русия біріншілігінің кумыш призеры Диана Погосян, ве чемпионы Алан Саидов. Селям алейкум, доброе утро. Ну что, как настроение? Все замечательно. Утро. Как началось? Тяжело. Тяжело. Непривычно, да? Да. Такой ранний подъем. Нам тоже. У вас как, спортсмены? Как у вас настроение? Как утро? Встать тяжело было, а так нормально. Ага. Да, обычно мы так стоим, когда на соревнования едем. Вот как раз о соревнованиях. Совсем недавно нас безумно порадовала новость. Вот прошли соревнования, да, первенство России по панкратиону. Вот расскажите поподробнее. Алан, ты чемпион, да, у нас? Ну да. Диана тоже серебряный призер. Вот расскажите об участии. Сначала мы вас поздравляем. Да, поздравляем, да, в первую очередь. Это очень важно. Турнир как прошел? Получается, это с 16 по 19 апреля проходил, по 18 апреля проходил в Севастополе первенство России. Угу. Там было более 800 участников с 51 региона России. То есть, ну, турнир очень масштабный был. Часть вот, ну, моих учеников, вот четверо, принимали участие как в составе сборной Крыма. Угу. На этом турнире. И вот у меня получилось, все четверо в призах оказались. Но, к сожалению, в студию только двоих можно было привести. Привел двоих. Угу. Вот Алан выиграл первое место, он провел 5 боев. У него 30 человек в весе было. Диана провела 3 боя, к сожалению, в финале уступила. Заняла второе место. Ну, это как бы достойные результаты тоже. Имена еще двоих, кого сегодня с нами? Раифов Эмир, он занял 3 место. И Воробьева Диана заняла 3 место. Все призовые места. Все призовые, да. Поздравляем вас. Замечательно. На самом деле и так. Ну, а теперь вы рассказывайте, как для вас сложился путь, как готовились вообще к соревнованиям и как вообще проходили вот эти бои. Да? Бои? Правильно? Да. Все. Рассказывайте. Ну, сама подготовка была, естественно, трудной. Там ежедневные тренировки, угу, диеты особые для поддержания веса. Ну, а бои, если ты был готов, ты должен был сам морально настроиться, и все получится. Угу. Алан, что ты ешь вообще? Ем. Что за особая диета? Что у тебя за диета? Нам интересно. В обычные дни, когда не нужно никуда готовиться, ну, как все люди, там, первое, второе. А перед соревнованиями, там, сейчас чемпионат России, и там пару килограмм нужно придержать. И там пытаюсь убрать из своего рациона сладкое и мучное, ну, в принципе, ничего особенного. Ага. А, то есть за счет сладкого и мучного можно набрать? Почему у меня так не получается? Скажите мне, пожалуйста. Не знаю. Интересно. И получается 5 боев, да? 5 соперников. Все были из разных регионов, у каждого были свои особенности, свои преимущества. Было тяжело как-то адаптироваться. Угу. Каков он вкус победы? Это мне его словами не описать. Угу. Да. Там я там чуть не расплакался, когда он выиграл, не то что у него вкус победы. А со стороны как наблюдалось? То есть сложно ли это все проходило? Вот хочется вот так вот взять валидола, короче. Да. Настолько. Да. Настолько эмоций. А сколько было участников вообще? Ну, на турнире или в весе у него? Вообще на турнире. Больше 800 человек. Ага. Да. Ничего себе. Очень много. Да. У него, говорю, только весь 32 человека было. 30... Ага. Всего лишь? 32 человека? Ничего себе. Да, всего лишь. Я не сказал всего лишь, сказал только. А, только. Так, ну хорошо. Теперь познакомимся, так сказать, с проблемами или с трудностями, да, как это правильно сказать, жизни предподготовки, так сказать, Диана, рассказывайте. Ну, было очень сложно на самом деле, потому что совмещать и учебу, и тренировки, потому что у меня последний год,
госэкзамен надо было сдавать, подготовка. Это все один день, что ли? Нет, это вот прям буквально перед соревнованиями последний экзамен был. И две тренировки в день необходимо было подготавливаться, потому что девочки были серьезные, я понимала, что это первое мое серьезное соревнование. Вот, поэтому подготовка была сложная. Травмы были, но мы справились. Благодаря тренеру, благодаря моим ребятам, которые помогали мне подготавливаться, вот, я заняла второе место. Конечно, хотелось первое, но... Я думаю, что все впереди. Да. Скажи, вот ты говоришь, что ты совмещаешь с учебой, как-то со спортом связана твоя учебная деятельность? Нет, совсем не связана со спортом вообще. Я учусь в Крымском медицинском колледже на медсестру, да, последний год. Вот я сейчас на преддипломной практике. Аккредитацию сдам и получу диплом, уже могу работать в больнице. Интересно. Так, то есть будущее со спортом? Нет, будущее со спортом наоборот. А, то есть все хорошо. Есть какие-то диеты у тебя? Особых нет, но, вот, но вот перед тренировками как-то не кушаю, чтобы войти в весовую. А так, если надо весовую поменьше, не в 58, например, в 55, или вот с тренером мы сейчас думаем еще пониже спуститься, вот, то, естественно, как Алан говорит, мучное, сладкое, жирное исключаем из рациона. Диана у нас только пашет, получается. Она, во-первых, сдалека ездит тренироваться. Она тренируется два раза в день, поэтому она сильно, ну, за диеты там сильно следить особо не надо. Но все же как бы иногда регулируем, если чуть ниже категории спускаемся. Получается. Еще плюс она там, ну, так зацепила, у нее травмы были, растяжения. То есть она, по сути, без, левой ногой вообще бить не могла на соревнованиях. Да, там, ну, немножко как бы тяжело было. Но все равно очень сильно. Я думаю, твое медицинское образование здесь очень даже уместно. Да. А еще одно этот, это как бы Алан у меня с детства занимается, а Дианка только два года, она вот с футбола перешла. Ого! И уже какой такие спорт успехи будет дальше? Тогда вот. Я на этом закончу. Ну, не будем загадывать, как говорится, да? Ну, то есть вариантов много, различные виды спорта есть. Сейчас готовитесь к чему-то? Да, сейчас Диану уже к чемпионату России по панкратиону готовим. Она, потому что она выиграла и 18-19 лет отбор, и выиграла отбор по женщинам, получается, 18 старше. В Санкт-Петербурге будет чемпионат России по панкратиону, это 15 мая. А 7 мая у нас в Ауште будет проходить первенство России по ММА, это впервые. Да, и там будет представлять республику Талан. Тоже надеемся, уже и по ММА выиграет. Ну, мы тоже надеемся. Я оправдаю ваши ожидания. О, чё, Саул, это прям приятно, конечно. Ну, мы желаем успехов, успехов, побед, потому что, ну, нам приятно лично, когда вы к нам приходите, рассказываете о своих победах. Точнее, нам сначала приятно, когда мы вот там в Инстаграме, где-то ВКонтакте вот так вот открываем, видим, такие, о, классно, а чё они к нам не пришли еще? И такие вот, и вы к нам приходите, об этом во всем рассказываете. Чё, Саунас, мы желаем вам реально побед. Это очень круто, чтобы всегда такие же сильные, чтобы никакие травмы не беспокоили. Чтобы всегда вот все нормально было. И, конечно же, чтобы высыпались, потому что сон, я вот честно говорю, это самое, самое дорогое. Да. Что пожелаете нашим телезрителям? А, ставить цели, добиваться результата. Диана? Здоровье, в первую очередь, и всем спорт. Алан? Спорт. Очень, да, хотите спать? Ну ладно, не будем вас задерживать. Чё, Саунас, Кельген, Назычен, спасибо огромное, что посетили нас. Урмедлилослар, я и намазнат девам и темас. Вейль бетте, не в бетте, как осмамас, азандихат, у нас габуэр у нас.